И всем, ребята, с вами снова я, Афан, и находитесь на канале Afan of Music. И сегодня мы с вами послушаем Рэйчи и психокит emo.drain.epileptic. Что касательно вообще исполнителей здесь? Рэйчи, естественно, мы знаем, из-за него мы и слушаем. Психокида я не знаю, не слушал его треки, точнее. Ну, типа, на убийце был. Ой, на убийце был, да, я помню, что-то такое было. В общем, ХЗ, что сказать, на самом деле особо нечего. У Рэйчи какие-то там проблемы сейчас с башкой немножечко в ТГ, поэтому желаем ему, конечно, все проблемы решить. Вся хуйня, да, успешных релизов, ну, как, в общем, вся хуйня. Короче, ты слушал заказ на Викторе? А, с психокидом. Короче, да, особо я его не слушал, но примерно мы знакомы с этой личностью. Сейчас мы послушаем трек Рэйчи. Да, трек Рэйчи и психокида. Надеюсь, это будет круто. Тут почему-то написано 4 мая, не знаю почему. Возможно, сниппет выходил 4 мая. Все, что могу добавить, то, что у меня есть телеграм-канал, ссылочка на него в описании. И, конечно же, Twitch, на котором я прямо сейчас стримлю. Обязательно подписывайтесь на это все. Реально. Обязательно, друзья. Ну, а мы начинаем. Очень интересно, что это такое. Let's fucking go. Учитываем, что у нас есть Виолетта. Дико качественный трек от Рэйчи. Он уже... классом выше стал. Очень похоже на один трек, я не вспомню название. У Рэйчи он был. 2017 немножко похоже на дроп. Все воспоминания. Вот похоже чуть-чуть. Мир замотан в пленку, я с перебитыми ребрами. Я рождаюсь каждый день, и вы останетесь мертвыми. В моей жизни течение, все, что было, оставили. Я забил на свое будущее, это неправильно. Вновь иллюзии, судили круг друзей и знакомых. Но с кругами под глазами поводов нет весомых. Чтобы продолжить делать то, что делал, то, с чего начали. Я остался один на один своими задачами. Донести до тебя, слушайте, что я существую. Донести, что я убью себя, и я не блефую. Донести до тебя, слушайте, что я существую. Донести, что я убью себя, и я не блефую. Бридж. Прикольный припев, но как будто это было уже все. Виолетта сильнее, да 100%, блять, прям раз в 100, наверное. Ну окей. Окей. Блять, душненько еще. Вот эта тема душит. Короче. 5 пишет Магнолия. Неплохой припев, но много его. Неплохой куплет, но немножечко как будто вообще другой. В общем, как отдельный целостный трек, я его не воспринимаю, мне не нравится. Потому что мне кажется, что психокит про одно, а речь про другое. Как-то они не сочетаются, вот, на мой взгляд. Бридж мне не нравится, и припев... Ну, припев просто как будто было это. Мне напоминает это немножечко 2017. Только тут пожестче. Чем-то мне вот отдаленно напоминает. Я понимаю, что это другое, но, блядь, чем-то отдаленно. С видосом, что ли, тем же самым? Ну, хуй знает. В общем, такой слабый трючок. Пойдет. Даже, наверное, не пойдет, а даже слабый, наверное, все-таки. Как-то ни о чем, ну, средний такой. Просто дефолтный, ничего такого. Тем не менее, Рэйчи может сильно лучше, и мы ждем от него крутых релизов. Я верю, что они будут. От психокита как бы ничего пока не ждем. Но если хотите, чтобы ждали и подписались, допустим, то как бы без проблем.
Я смогу это сделать. А, вот, да, Виктория, мы слушали. Все, я понял. Окей. Поэтому как-то так. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Afanov Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.